Здравствуйте, друзья. Я снимаю тот свит, в котором мы живем. Вот я зашел во входную дверь и двигаюсь в коридорчик. Здесь холодильник там. Знаете, как водичка холодная. Там напитки всякие. Ну, как лучше. Повыше здесь чистое безобразие. Вот тут прям штуцеры. Значит, можно взять, покрутить. И из бутылок там и текила, и водочка. В общем, всякие напитки, как положено. Продолжаем движение. Тут есть кофеварочка. Значит, сразу при входе, не знаю, там свет зажжется, не зажжется. Так, сразу при входе такой walk-in closet, да, то есть такой шкаф, вот можно повесить шмотки. Вот там вот эта вот такая раскладушечка, кстати, это для чемодана, чтобы на нее положить утюжок, там я вижу. Так, значит, что здесь? Здесь у нас вот так справа. Ну, такое место. Вот можно посидеть у окошечка. Значит, дальше там. Все такое открытое пространство, открытое. Вы видите, значит, тут у нас вот телевизор, такая тумба, кровать, тоже тумбочка, тоже кровать. Тут колонны. И там все это насквозь. Смешно, что слева дверь. Понимаете? Так, вроде дверь-то закрыть можно, а отсюда-то никуда не денешься. Вот тут гранит, мрамор, все такое очень симпатичное. Да. Ну, давайте зайдем внутрь. Это, ну, можно сказать, санузел, так назовем, с понтом. Значит, вот там осталась справа такая джакузька. Здесь у нас два умывальничка. О, и я там есть. Значит, слева... Туалет, тоже все такое красивое. Вот. Гранит, мрамор, все дела. Душек. Душек открытый. Там, в принципе, есть стеклянная дверь. Вот это. Ну, там полотенца лежат. В душике обычно нет света. Во всяком случае, в этом комплексе. Так, может, где и был бы свет, тем более, что лампочка-то есть. Да, но почему-то вот. Не включается нигде. Розетки такие же, как у нас в Соединенных Штатах. То есть они более сложного формата. В частности, вот такие, как у нас. То есть наша вилочка сюда отлично входит. Ну, что я вам еще не показал? Я вам не показал балкончик. Сейчас мы идем на балкончик. И посмотрим вот с высоты 6-го этажа на красоту. Да, это, конечно, не с первого, так, прямо скажем, не с первого. Океан очень красивый отсюда. Вот видно весь комплекс, видно. Один бассейн, второй бассейн. Вот там, за вторым бассейном, это пищеблок такой, там. Покушать без того, чтобы отходить от воды далеко. У нас юнит угловой, я иду на другую часть вот этого угла. Вы видите, там другие комплексы идут один за одним, и вот там изгибается береговая линия. Там много-много-много разных. Вот. А вот этот наш, соответственно, вот там главный выход, фонтан. Бар, такая полоса идет с фонтанчиком. Я, собственно, и весь комплекс, который был. А вот тут, справа, вот тут, под этим полом, там вот как раз и где мы, то место, где мы обычно кушаем, где я снимал меню на обед.